Друзья, ну вот что хотел показать. Скажем так, новая вот эта вот рижская так называемая панель на Deolanos. Ну вот, как видите, у меня вот такой вот Deo. Вот так, вот так вот выглядит панелька, ну, вообще сама по себе. Четырехспицевый руль, сама консоль. Ну, у меня машина в максимальной комплектации, поэтому у меня тут кондиционер, подогрев сидений водителя и пассажира. У пассажира подъемник, у меня подъемник. Ну ладно, сейчас я выключу свет и покажу, как вообще выглядит вот эта вот рижская панель. Сейчас я выключу камеру, то есть свет. Вот так вот выглядит сама панелька. Вот так вот она выглядит. Ну, я просто ключи с собой не взял, поэтому покажу вам просто, ну, чисто как она вот горит. Тахометр, посередине спидометр, ну и слева панель приборов. И вот так вот выглядит полностью сама эта панелька. Ну, я считаю, неплохо. По сравнению с тем, что было раньше на Deo, ни тахометра, ни хрена. Я считаю, что это нормально. Выключаем. Включаем. Ну, вот все, что я хотел показать. Ну, напомню, что это Deolanos 1.5 в кузове хэтчбэк. Ну, вот мне еще нравится в нем, ну, вот сама вот консоль вот так сделана, но в нем еще очень хорошо, не так, как в старых Deo, сделаны вот карты. Вот эта ручка уже не одинарная, а двойная, две спицы. Сама карта из ковролина. Ну и сама дверь изнутри гораздо поприятнее выглядит, чем была раньше. Вот так вот это все выглядит. Аккуратненькая такая хорошая дверька. Пластик вроде тоже двухкомпонентный. Здесь вот такой вот, здесь чуть немножко другой. Ну вот ручка центрального замка. Вот, а там колоночка. Уже бы стояла с завода, кстати. Ну и вот эта вот консолька. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Дальнейшую жизнь постараюсь освещать, дальнейшую жизнь вот конкретно этого автомобиля. Всем привет!